Что было самым сложным для вас решиться, как придумать, ну или кому принадлежала идея, в какой мере это было ваше решение? Ну, конечно, это было огромче. Да, конечно, это было общее обсуждение, но мне принадлежала основная идея, основной проект, общей перевески в главном штабе. Потому что это было действительно непросто продумать, как изъять из экспозиции главные ключевые вещи. Ну, как изъять, уже было понятно, да, вот что, чем заменить. Да, но чем заменить, как построить экспозицию так, чтобы основные вехи истории искусства, тем не менее, присутствовали. Но в Эрмитаже богатейшая коллекция в России и одна из богатейших в мире, поэтому... На мой взгляд, пока что удается выдерживать всю эту линию, выстраивать всю цель. То есть посетитель Эрмитажа на время выставки, июньской выставки, не проиграет, не утеряет интереса и не... Ну, в любом случае это будет интересно, потому что залы выглядят по-новому. По-новому предстает весь ход развития искусства. Открываются новые, менее значительные страницы истории модернизма. Спасибо. Так что приходите в главный штаб. Приходите в главный штаб. Спасибо.